Всем привет, с вами Мэтро или Илья, ну или же всем доброго динозавра. И в этом видео, короче, будет с вами играть в новенький мод в Грейне 1.4.1 от доктора Хака, автор этого мода, Юрий Спасакуковский, какой-то Кукоцкий. Фиг знает, как правильно, если честно. Ну, короче, это бодибилдер, вот. Короче, не будем спешить, сразу нажимаем изи, все это делаем быстро, потому что у нас загрузка и так в этой игрушечке долгая. Ну, у меня в модах вообще просто, вот кто делает моды, даже я делал, загрузка всегда долгая, это реально очень бесит. Я не знаю, с чем это может быть связано, не знаю, как это исправить. Может, как-то можно, но я об этом не задумывался, как это можно сделать. Но, в принципе, это не так уж и сильно мешает. Если вы снимаете видео, то вы можете просто взять и обрезать. Но я хочу попытаюсь эту часть сделать вообще без обрезок. То есть полностью прям готовое видео. Я надеюсь, мне никакой друг не помешает. Ни родители, ни собака, которая захочет дверь открыть. Но будет надеяться, что такого ничего не случится. Просто реально хочу хоть одну серию сделать нормальную, без обрезочек. Короче, загрузка, она все равно еще долгая. Лоушинг или лоидинг. Хер знает, как правильно. Ладненько, короче. Да, у нас уже загрузил. Сейчас мы будем с вами чекать самую первую комнату. Это главную комнату, где у нас спавнится персонажик, значит. Да, я уже вижу дерево, потолок. Стенки у нас зеленые какие-то. И картина доктора Хака. Окно такое мультяшное. Короче, это типа дом бодибилдера, наверное. Но я еще не видел бабушку, друзья. Вот такую чистительную сделаем. И такой у нас стол с хлебушком. Что это такое? Ни хера не понятно, если честно. Окей. Крах у нас такая голубая, красивая стенка. Что у нас на стенках? Угу. Типа у нас все связано со спортом. Здесь у нас... Че, может, что-нибудь лежит? Что у нас с надписями? Go to the... Гим. Гимнастика, типа, что-то такое. Окошко сегодня прекраснейший вид. Нет. Окей, картина доктора Хака. Открываем, бабушки нету, это замечательно. Чекаем у нас здесь. И типа так золото. Так, закроем дверь, лучше бабушка. А, там открывай, она на улицу пошла. Вот, все. Моя бабуля. Окей, опять прекраснейший вид. Картина. Круто. Сейчас будем с вами все чекать. Окей, мы пытаемся в этой серии, как за этой серии успеть все чисто посмотреть. Здесь у нас гимнастика, короче, так и думаю, что здесь все со спортом в этом моде связано. Ну, бодибилдер же точно должен быть связан все с спортом. Короче, вот еще один кусок картины. Сейчас пойдем ее собирать. Красные у нас коробочки. Опять все со спортом связано. Ладненько. О, на какой-то качок, давайте посмотрим. Йоу, качок, да? Бодибилдер. Мне бодибилдер не нравится, мне нравятся качки, хотя я сам качок. Короче, ладненько, забудем про то, что я говорю, и будем играть с вами в мод. Блин, чего меня не пропускаешь, а? Опа, здесь тут вообще дохер. Ну, короче, почти везде одни и те же картины. Такой у нас полуприкольненький, потолок то же самое. Давайте чекнем с вами, что за мишка же. Окей, это у нас, к сожалению, он вещи не изменил, было вообще прикольные вещи. Чекаем, что у нас за мишка, готовы? Блин, мишка типа качок, или вообще фиг знает, в чем сделан. Посмотрим, что сегодня с мандарином. Может, он с мандарином изменил. Буду надеяться, что я все-таки... Да. Пойдем, короче, вниз. Сейчас возьмем кусок картины. Здесь, может, что-то лежит. Мясо не изменено. Короче, видите, везде одни и те же стены. Здесь у нас только пол. Кирпичный, коричневые кирпичи. Так, почему-то не с гвоздями. Тут у нас красный кирпич. Да. Это смотрим. Опять здесь у нас спорт. Такая ярко-лаймовая зеленая картина. Папзин сейчас сюда придет, но я успею вставить картину. Ладно, потом чекаем. Я не хочу сейчас смотреть на бабушку. Чекаем быстренько гараж. О, машина прикольная, красненькая. Что здесь написано? Спорт in my life. Спорт в моей... Хватит лениться, бегом в зал. Ёб твою мать. Это Грэнни сейчас сказал, хватит лениться, бегом в зал. Прикольно, даже озвучка новая. Я, кстати, испугался вообще, если честно. Давайте чекнем, что у нас, короче. О, прикольный гараж. Такая дверька. Чекаем, что у нас за стенкой. Я уже вижу там что-то. Здорово. Здравствуйте. Тун-тун-тун-тун-тун. Какие-то дрыщи, качок. Что, нормально? Что у нас с банькой? С банькой. Во, банька прикольная. Мне тут такой цвет мне нравится.
Окей, что у нас в тачке там? Блять. Ничего не пошумело. Чекнем, что у нас, короче, в тачке внутри. Голый качок на скакалке. Короче, все годненько, мне нравится. Тихо, давайте быстренько сделаем так. Нифига, нету, думаю, хотя кусок картины будет. Не, иди сюда. Я успею. Тихо, она идет. Фух, видали, как я обманул? Magic Beach. Я не вам сказал, что. Все, короче, она сейчас идет сюда, а мы идем за куском картины. Да-да. Ёб твою мать. Видишь, что это бабушка качок? Ладненько, сейчас, короче, мы быстренько чекнем. Ой, возьмем картинку, еще кусок. Она сказала, а ну быстро на тренировку. Нас, короче, бабушка здесь гонит на тренировочку, как я понял. Она хочет, чтобы мы были тоже качками, бодибилдерами. Ну, я, если честно, буду специально от нее убегать и не буду идти на тренировочку. Окей, 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 окей. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Нифига. Хорошо, пойдем сейчас чекнем эту комнату. Мы здесь не проверяли шкафчики. Она открыла дверь. Так, где она выйдет? Адам, бабушка, она там пошла. Я вас понял. А я пойду вот здесь, если она здесь не застряла. Вот и славно. Пошлите, короче, еще кусок картины. О, какие там вены. Вот это да. Адам. Она сказала, что ты трогаешь мои гантели, будешь сжиматься 200 раз, что-то такое. Я на всякий случай озвучу, потому что вдруг вам не слышно. Хотя, по идее, там громко это все звучит. По идее, вы должны это услышать. По идее. Я не говорю вам точную инфу. Ах ты ж, капкан родила Ваня, кому быстренько долбанем. Капканчик такой есть. Нету. Все. Я твою мать, бабушка качок за нами бежит. Тихо, качок. Блять. Возьми! Ёпта, блин, за тебя! Ты посмотрите на нее. О, ёп твою мать, бабушка качок. А, тихо. Так, хорошо. Там еще у нас кусок картины. Все, нам уже оставалось два куска картины. Пожалуйста, мы уже нашли. Окей, быстренько берем этот кусок картины. Привет. Окей, она. Видите, кстати, она, когда она спалит, она такая поднимается. Ну посмотрите, какие никакой у нее грудок. Ладненько, потом будем с бабушкой с вами заниматься всякой там. Всякими делами. От нее бегать, рассматривать. Ну, для начала может будет собрать картину. Значит, мы сейчас делаем вот так. Иди сюда, бабушка. Сейчас она на это место пойдет. Когда она будет здесь спускаться, да. Все, мы берем. Делаем мой способ. Это вот так делаем. А сами идем в это время вот сюда. Видали? Это просто обход по бензину. Также мы сделаем. Ладно, пофиг. Воу, там регби. Мяч от регби. Офигеть. Ой, так тут еще изменено это. Текст прикольно. Берем, короче, картину, а здесь нет. Привет, пока. Припродала. Тихо. Че такая, бабуля, бодибилдер. Сейчас, короче, вам с вами берем шестой день и также проверяем, что у нас за картиночка. Опа, такой у нас качок красивый. Ну, он не красивый. Подошел качок. Ну, блин, не подумайте. Я к качкам нормально отношусь. Не бегай. Только не спали меня. Она сказала, у тебя каждый день. Сегодня силовая. Так это получается у нас арбуз. Ах ты ж говно, как мне спалило, а? Я тебя ненавижу, бабуль. Хорошо, друзья, начнем сейчас делаем. Иди сюда. Сейчас, значит, с вами возьмем молоточек наш. И быстренько здесь чекнем, что у нас лежит. Ничего такого нету. Вот здесь вот что-то у нас лежит. Иди сюда. Она говорит, хватит лениться, а мы бегом. Там что-то такое. Сейчас, короче, берем молоточек и идем на третий этаж. Ломаем, значит, с вами. Что-нибудь ломаем с вами? А ломаем мы с вами, значит, вот так сделаем. Ёб макарёк. Короче, сейчас мы ломаем с вами доски там. И после чего возьмем медвежонка. Вот так сейчас долбанем. Опа. Готово. Стоимся осторожненько. Вот она там. А мы идем с вами на третий этаж. Сделаем вот чего. Ладно, я не буду здесь лазить, тут вдруг меня он поймает, когда она будет уже близко. Поэтому сейчас просто пойдем с вами на третий этаж, сломаем досочки.
А, мы еще не были над этим даже. О, прикольно. Кстати, реально прикольно. Будешь отжиматься 200 раз. Прям такая строгая бабушка. Хорошо. Хорошо. Значит, что? Ждем бабушку нашу? Нет. Блин, а она все. Я хорошо, я понял. Она идет сюда, а мы в это время идем сюда. Да? И после чего мы идем за нашим медведем. Ну, медвежонком, короче. Тедди. Да. И посмотрим, как у нас выглядит Сандеринка. Будем надеяться, что у нас Сандерина как-то все-таки выглядит. Надеюсь, он ее изменил. Может, она тоже типа качок. Паша сейчас сказал, типа, ты хочешь быть дрыщом? Нет, я не хочу быть дрыщом. Но ты не обязан меня звать качаться, если я могу без тебя в любой момент сходить. С тобой, наоборот, херня качаться. Ой, я забыл, что бабушка сейчас догонит. Окей. Ой, не догонит, а придет. А сейчас придет. Ждем нашу бабушку, значит. Мне мод уже нравится, он реально прикольненький. Озвучка тем более. Бабуль, давай беги, у тебя глаза красные. Бабуля, качок несется. Бабуля, качок, упала ваза. Беги сюда. Давайте. Иди сюда. Вот я сейчас делаю магию. Опа. Сейчас она на другую сторону побежит. Пошла в жопу. Все, и теперь бежим с вами к Схвендахарине. Даже не будем бабушку ждать. Еще на капкана не попал. Сразу пойдем к Слендерине. Вот так делаем. Закрой дверь. Вот, хорошечно. Это на всякий случай, чтобы бабушка у нас замедлялась. Сейчас разбегу кидаем. Вот сейчас бегу, отвечаю, попадем. Видали? Чекаем Сандерину. Давай, Сандерина, покажись. Чего? Че это такое? Ёб твою мать. Я даже не буду скрин делать. Прикольно. Все-таки Сандерина изменена. Прикольненько, мне нравится. Такая стрёмненькая тёлочка. Она, кстати, еще орала сейчас, бабушка, почему-то. Вот, это у нас дробаш еще изменен. Окей. Почему бабушка ходит, я ее слышу. Она ходит почему-то. Да, чё? Она должна была исчезнуть от Сундерины, понимаете? Вы понимаете это? Она должна была от Сундерины исчезнуть. Привет, бабуль. Что еще можно люди в этом моде поделать? Интересно. Давай, иди сюда. Тихо, ёб твою мать, что такая быстрая? Так, хорошо, идем сейчас, значит, с вами в подвал будем. Ой, в гараж, и будем потихонечку собирать с вами ружье. Ну, ружье. Думаю, короче, соберем ружье и мочканем бабушку. И думаю, на этом мы закончим. Ну, на съемку видео. Да. Да-да-да-да. Снимаю вас это в час. ПМСК это 2 часа. Короче, я где-то помню видео, одну часть от ружья. Но я, честно, не припоминаю, где она могла быть. Но я вроде помню, что она где-то все-таки была, да. Все-таки будем думать, где-то на кухне, что ли. Или где хер его знает. Или здесь она была. Нет, здесь она не влезет, конечно. Именно, знаете, ствол был. Именно ствол был. Да, во-во, я же говорю вам, друзья. Что, опа, там что-то на телеке видели? О, качки. И женщины. Че, круто. Только женщина-гимнастка и качок тоже гимнаст. Здесь такой качок тоже качается. Она сейчас смотрит в зеркале. Приходненько. Так, ё-моё. Открываем дверь. И идем с вами в этот... Ну, в гараж, короче, да. Делать ружье и стрелять в бабулю. Да. Все, нам осталось последняя запчасть от ружья. И я, честно, не знаю, где она может быть. Она может где угодно быть спрятана. Я в ванной видел ключ от машины. Можем сходить, короче, за ним и посмотреть, что у нас может там лежать. И может быть там даже будет приклад от ружья. Кстати, да. Может быть даже он реально будет там. Потому что вроде молоток вы уже видели, да, мы увидели. Может быть, с кистолом. А, вот он, приклад. Ну, ладненько. Так уж и быть. О, мы на улице еще не были. Ё-моё, я думаю, тоже порнуха это. Качки. Прикольно. О, домик вообще охеренный. Красивый такой. Здесь даже можно превьюху сделать. Конечно, убьет. Поэтому сделаем, когда... После этого хорошего видео я такой... Так, как-нибудь здесь сделаю так, чтобы домик было видно. Вот так и сделаю.
Нет, ну здесь ярче. Наша бабушка вот так пошел обход, и я ее так сфоткал. Бабуль, алло, иди сюда, бабуль. Иди сюда. Бабушка, Зин, ё-моё. Чё такая резкая? Как ты зашла так резко? Даже дверь... Вот говно. Окей, ладно. Я сейчас, значит, сначала не буду убивать бабушку. Я её убью, когда сделаю превьюху. Хорошо, значит, сейчас собираем дробовик, идем опять на улицу, фоткаем быстренько, если она меня не убьет. Хотя она, скорее всего, убьет, это шанс очень гигантский. Собираем дробовик, берем дробовик. Здесь он почему-то ствол изменен. Ну, то же самое, что и у меня было. Ну, ладненько, ничего. Хватит лениться, бегом в зал. Не пугай меня, хватит лениться. Давай, раз, два, три, в голову тебе прям на... Развалилась, да, моржиха. Короче, люди, мы закончили. Значит, на этом убийстве бабули мод. Ну, обзор мода. Ссылочка будет в описании. На него также на создателя, можешь подписаться, кто хочет. Короче, набираем 50 лайков, и я сниму для вас новенький видосик. Может, по другой игрушке, а может, даже вторую часть по этому обзору мода. Будем еще что-нибудь, какие-нибудь штучки делать. С вами был Мэтро или Илья. Поставьте прямо сейчас лайк, подпишитесь и, конечно, жмите на колокольчик. А то YouTube любит не присылать уведомления. Все. Всем удачи и всем пока. Да.